Вот такая вот красота на Дону. Плывет первый лед. Когда выезжал из дома, было минус 8, в общем, рядом с квартирами в жилом районе. Когда проезжал здесь по полю, было уже минус 14. Сегодня прямо очень холодно. Вот закинул две донки с мотылем. Посмотрим, что будет. Есть еще боковой кивок. Наверное, на боковой кивок еще попробую половить. Но холодно. Капец. Вообще просто капец. Какая холодина. Сегодня 24 ноября. В этом месте я еще никогда не ловил. Но мне кажется, здесь есть небольшая ямка. Может быть, какой-нибудь бирючок и клюнет. Но что-то я не уверен. Лед плывет. Очень суровое утро, я бы сказал. Прям очень такое суровое. Вот тебе и поклевка. Бирюк попался. Посмотрите, какой красавчик. Супер. Постепенно солнышко начинает просыпаться, подниматься. Вон там за лесом. Но что-то теплее пока не становится. Бирюк, конечно, попался вообще обалденный. Такого бирюка, блин, и не видел. Лед прям такой плывет. Ну, как сказать, он еще не сформировался до льда. Но я думаю, что если будет стоять такая температура, я думаю, он сформируется. Больше пока поклевок не было. Ну, мне достаточно и одной было сегодня увидеть. Вообще обалденная. Понравилось. Сейчас попробую, наверное, на боковой кивок походить. Сейчас поставлю здесь колокольчики. И пойду похожу. Черви, опарыши, мотыли, все замерзает. В кармане приходится носить. Даже всплеск какой-то был. Может быть, сейчас солнышко встанет, еще что-нибудь клюнет. Но холод прям такой хороший. Минус 10, минус 12 где-то. Вообще классно, очень красиво. Плыть посерьезней. И побольше. Тут такие два куска проплыли. Пришлось немножко подтащить донки к берегу. Чтобы не цеплялись, чтобы лед не цеплялся за леску. Ну а если подтащить ближе к берегу, тут клевать ничего не будет. То есть я даже не знаю, что теперь. Да, потеплело гораздо. Сейчас градусов может быть 4-5. Холода. Льдины тут плывут вообще бесконечно. Сбивают мне все донки. Очень неудобно, конечно, ловить. Ну и больше поклевок не было. Кроме того бирюка, больше ничего не клюнул, к сожалению. Сейчас потеплело. Вообще прекрасная погода. Но лед все равно плывет. Лед все равно мешает. Но будем надеяться, может быть, все-таки что-нибудь и клюнет. Так, что тут-то происходит?
все-таки есть в этом холоде, в зиме, какая-то романтика. Смотрите, как красиво. Появилась кромка льда. Очень это классно выглядит. Мальков очень много. А, это окушки. Кстати говоря. Вон они плавают на льду. Почему-то на удочку. Но мотыля вообще ничего не хочет брать. Вон они тусуются. Хороший был мороз. Это можно увидеть вот даже сейчас. Остались такие красивые узоры измороси. Ну что ж, итог рыбалки, конечно, не шибко богат на рыбу. В общем, месяц ноябрь. Фух. Поймался один бирюк, но хороший, я такого, мне кажется, даже и не ловил. Жаль, что только один. Грязи, конечно, тут кошмар. Надо все убрать. Но все это уже, конечно, межсезонье. Нужно переходить уже к зимней рыбалке. Потому что ну, шанс только поймать, может быть, бирюка, налима, на донку. И все. Хотя сегодня я видел очень много мелких окушков, которые стоят вот в этой высохшей траве. Что они там делают возле берега, я не понимаю. Но клевать они почему-то на мотыля, я вот пробовал, вообще не хотят. Что такое? Не знаю.